Человек, каких мало, заслуживший высокие награды как на поле боя, так и за выдающиеся успехи в мирном труде, Владимир Израилевич Пеллер. Полный кавалер Ордена Славы, Герой социалистического труда. В его честь прошел сегодня областной турнир по самбо в одноименном центре образования в селе Птичник. Почтить память ветерана и всех героев Отечества собрались 6 команд из Биробиджана и районов области. Это уже у нас второй турнир. Как я изначально сказал, этот турнир у нас будет ежегодный и традиционный. То есть жители нашего города, нашей области должны чтить, помнить и знать наших знаменитых земляков. Схватку за медали вели самбисты в возрастной категории 16-17 лет. Команды приехали из города Облучье, сел Амурзет, Ленинская, Валдгейм. Также приняли участие местные спортсмены детского юношеского центра «Солнечный» и школы Олимпийского резерва города Биробиджана. У меня две команды здесь участвуют. Одна команда «Дюш» города Биробиджана. И вторая команда «Валгейм» «Спартанец». Маленькие команды, девочек нету у меня. Тренирую уже 2 года. У нас тренировки 3 раза в неделю, как нету больше времени их тренировать, поэтому выжимаем с каждой тренировкой по полной. Один из воспитанников Михаила Пешкова уже знает, что такое победы. Выиграл так называемым приемом «Ахилл» или болевой прием на ногу. Оценивает противника по достоинству. Его слабое место нашел не сразу. Очень тяжело заниматься таким спортом. Очень тяжело даются эти победы. Проигрыши даются еще сложнее. Но когда выигрываешь, очень приятно. Такое крылатое ощущение. Когда ты стоишь на пьедестале с первым местом, очень красиво и легко. Турнир стал отборочным для формирования сборной автономии, которая примет участие в межрегиональных соревнованиях, которые пройдут также в декабре на Камчатке. Екатерина Кувалдина, Кирилл Богаченко. Новости 21.